чего вы взяли, что я очень плохой человек? Я из-за вас встал в 7:30 утра. Вы очень плохой человек. Извините, я не виноват, что у вас похмелье. Еще как виноват. Если б не ты, я бы еще бухал. Рассказывай, что пришел? У меня проблемы с женой. Она женщина? Да. Значит, дело не в тебе. Понимаете, она просто слишком ревнивая. Ревнует меня буквально к каждому столбу. Не переживай, все женщины по этому поводу немного странные. Женя, кто такая Юлечка Исай? Я не знаю. А почему тогда твой друг лайкает ее аватарки? Ну, твоя, конечно, конкретно двинутая. Извините, пожалуйста, я опоздала. Просто кое-кто уехал на машине, а меня с собой не взял. Аня, я выезжал 6:30 утра, ты еще спала. Конечно, я спала. А ты знаешь, как я устаю? Между прочим, пока ты вчера был на работе, я сделала педикюр, маникюр, завела ресницы и сходила в солярий. Такое впечатление, будто мне это одной надо. Вот что мне с ней делать? Я бы нахер послал.